Степу послали коров отогнать, здесь деревни встречаются, а теленок один отстал. Он за ним пошел, а гуси за ним, он от них спрятался в траве. Вот сейчас его ищет. Степе гнать надо, а он и спрятался от гусей. Интересная картина. Отогнал. Пошел. Вот я пока здесь стою, вот такого скворечника. Вот кверху голуби любуются, у меня на голубятне номер один. А другие пока закрыты, там 5 штук. Вот так. На второй голубятне, там голубей много. Один раз мне сразу пришлось убрать более 300 голубей. Селекция. А что ты, Степа, гусей боишься? Да, ну-ка иди сюда, расскажи, почему ты их боишься-то? Один раз, когда я корову гонял, они малышку покусали. Не покусали, а это ущипнули. Они тебя что, кусали? Они за мной гоняются. Ну я гляжу, ты увидал гусей и побежал. Интересно, даже мне это стало. Бутяк, а вон голубей-то сколько, видишь? Ага. Бутяк потому самые последние. Сосчитай, сколько их там наверху? 8. Сколько? 9. 9, да? Да. Ну вот, 9 вылетели. Ну что, иди подгоняй коровок. Это ваши коровки, потому, да? Да. Потому бычок самый последний, ну что он головой в какую-то железку там, который пахать, забрался там за травой или что, папа его потом вытащил как-то. Угу. Это Володин дом, Володя Пащенко. Самая большая голубятня над ним. Ну, на голубятне я и отдыхаю. Там специальное место есть, откуда можно наблюдать. Сижу там в тенечке. Городской ребенок не имеет этого общения с природой. Вот он с утра пораньше уже, а потом вечером встречает. Мамка доит молоко, свежее подает.